В этом году я на 20 килограмм похудел, буквально за 2 месяца. Критика, вот знаете, в социальных сетях, в этих. Единственная тема это вот это самое. Семейство, там, тосо, чучко там и так далее. Но к любой критике надо относиться таким специальным вниманием. Это очень тяжело, потому что я помню, вот ты вот, бывало, 2 дня один раз ел я вот целый месяц, да, вот чашечку любой еды. Вот, чиноварок, вот, маленькой чины, значит, гречку. Или вот рис, или манты, что хотите, вот, только чашечку, раз в 2 дня. С тех пор прошло еще 2,5 месяца, я уже не держу диету, но вес не прибавляется, потому что если он чуть-чуть начинает прибавляться, то я просто не ем, например, не ужинаю или не обедаю. Вот. Но это же голодание. Нет, это не голодание, то есть это может быть, например, 3-4 дня кушаешь, если ты кивал или дьюрис, а нам смотришь там на полкило поднял, значит, сегодня можно один ужин пропустить, все.